на конкурс «Дети читают стихи». Малыхин Алексей, 5 лет. Негосударственное детское образовательное учреждение «Мой ребенок». Город-герой Волгоград. Вот ничего вместе с дедушкой восстаю. Утренний туман, кашуется весна. Сегодня дедушка Ива начистил алтина. Мы вместе в парк идем встречать. Вся удача дыхагон. Они там будут вспоминать свой хабый батальон. Там по душам поговорят о всех делах страны, о ланах, что еще боять далеких дней войны. И походы вспомнят и бои, окопные неуют, и песни булавые свои, наверное, споют. Споют о мужестве друзей, что в землю полегли. Споют о родине своей, что спаси, что от врагов спаси народы разных, что от рабства и огня. Я рад, что дедушка Иван бьет собой меня.